Итак, третья часть нашего с вами, нашей программы FDM. Как она работает? В нашей системе всегда существуют такие люди, как производители. Производители услуги. Это те люди, которые будут предлагать нашей системе свои товары, услуги, и они обслуживаются нашей системой заготовительными конторами. За конторы. То есть пункты приема паев в виде товаров или услуг FDM. В каждом городе такой появляется центр. Сродни, если мы говорим о предпринимательской деятельности, то это похоже на оптовую базу. В данном случае что происходит? Любой человек, как я уже говорил, имеет право стать нашим интернет-магазином. И человек говорит, я хочу открыть свой традиционный бизнес. Окей, без вопросов, но сначала ты должен показать, что за тобой идет клиентская база. Что вы здесь в этом случае делаете? Вы берете, становитесь членом клуба, оплачиваете 300 гривен. Как я уже говорил, на сегодняшний день это дает вам право также получить интернет-магазин, если у вас есть готовность. Дальше эта сумма будет расти. То есть 400-500 и дойдет до 1000 гривен в месяц. Что вы будете в этом случае иметь, я чуть позже потом расскажу, какие бонусы и так далее. Но, что здесь в этом случае получается? Вы создаете собственную клиентскую базу. Собственную клиентскую базу. И принимаете у них авансовые платежи или паи. Клиент, внося пай или делая авансовый платеж в ваш интернет-магазин, получает следующие выгоды. Он получает, к примеру, вносит 100 или 1000 гривен, а товара может приобрести на 1100, к примеру. Может быть на 1050, может быть на 1200. То есть товара, который будет в интернет-магазине, может приобрести больше. Если у вас есть 50 клиентов, каждый из которых делает предоплату в 1000 гривен, то это товарооборот 50 тысяч гривен. Вы можете подать заявку на создание собственного офлайн-магазина к нам, и мы готовы вас профинансировать. Открыть вам традиционный бизнес и направить к вам же нашу клиент, не только вашу, но и нашу клиентскую базу. Далее, какие выгоды получаете вы? То есть для клиента это возможность поддержать вас, если это ваш друг-товарищ, в открытии своего бизнеса. Второе. Возможность получить доставку на дом, если ваш магазин такую услугу предоставляет. И третье. Возможность получать на 5-20% больше товара, чем он заплатил. Это три выгоды для клиента. Для вас первая выгода, которую вы имеете, это розничный доход. То есть вы покупаете в нашей заготовительной системе товар и зарабатываете на разнице. Ну, как в обычной торговле, да, то есть сделали авансовый платеж, к примеру, за 1000 купили, за 1200 продали. Вопросов нет. Кроме того, вы получаете пассивный доход. Почему? Потому что если вы купили в нашем заготовительной системе, то вы что? Получаете от 0 до 5% от вашего товарооборота. В первой части я рассказывал, если вы на 3000 гривен купили и продали товара, то вы получаете до 150 гривен каждый месяц. Даже если вы купите на 3000 по оптовой цене и продадите, что у нас, правда, запрещено, по оптовой цене за 3000 гривен, то вам что останется? Навар, то есть пассивный доход. И третье. Кто-то из ваших друзей может сказать, скажи, пожалуйста, а как ты открыл такой магазин и так далее? И спросит, я тоже хочу.
Мало того, кто-то из ваших друзей, кому-то из них вы сможете предложить, хочешь ли ты у меня покупать товары и услуги и получать за это пассивный доход. Да, хочу. Тогда они становятся членами клуба. Каждый из них оплачивает членский взнос в размере 300 гривен. И вы начинает получать еще и пассивный доход. А вы начинаете получать еще доход, маркетинговый доход. То есть, помните, да, до 250 тысяч гривен в месяц. Почему? Потому что кто-то из этих людей может пригласить другого владельца магазина, который скажет, я тоже такое хочу построить. И система выстраивается уже не только из клиентов, но и из сети магазинов. Поэтому, когда вы создаете собственную клиентскую базу, у вас есть гарантированный поставщик, где вы тратите 80% вашего товарооборота. 20% вы выставляете собственные товары или услуги, даете собственную скидку, которая по большому счету, ну, обязательно, но ассортимент вы сами определяете. В данном случае, построив такую сеть, вы гарантированно понимаете, что она уже практически никуда не денется, потому что у многих из этих людей уже будут свои собственные традиционные бизнесы, открытые торговые точки и так далее. Можно ли сюда пригласить человека, у которого уже есть магазин, уже есть салон красоты, уже есть спортзал? Конечно, можно. Сколько ума надо, чтобы просто позвонить в техподдержку и попросить заказать интернет-магазин? Я думаю, что немного. Поэтому, по большому счету, вы просто практически за копейки плюс наше обучение получаете систему, которая вам обеспечивает создание своего бизнеса с нуля. Или, сказать, без стартового капитала. Или без большого стартового капитала. Поэтому присоединяйтесь к нашей системе. Становитесь нашим бизнес-партнером и получайте доход. Кстати, я хочу еще один момент сказать. Если вы помните, что региональный представитель получает 20% от дохода бизнес-партнеров, поэтому чем больше у вас будет таких бизнес-партнеров в сети, региональный представитель, тем больше вы будете получать. А если вы являетесь бизнес-партнером и кого-то пригласили тоже стать нашим магазином, то есть сетью партнерских магазинов, то вы получаете процент от их товарооборота. И чем больше у вас конкурентов, тем что? Тем длиннее ваш отпуск. Рекомендую вам получить длинный-длинный отпуск. Пускай у вас здесь будет 10 тысяч бизнес-партнеров, и вы никогда больше в жизни не будете заниматься тем, что вам не нравится. Большое спасибо за внимание.